Ребят, всем большущий привет от Сереги из Волгограда. Сегодня будет бесплатный бомж-обед в Бургер Кинг. Бесплатный, потому что я не потрачу ни рубля, только бонусные баллы, которые Коля мне подарил. Мне пришло вчера уведомление на сегодня уведомление пришло на электронную почту, что я давненько не заходил в приложение, то есть не совершал никаких покупок. И мне подарили 100 бонусных баллов, их мы сегодня потратим. Да, именно 100 бонусных баллов, поэтому особо разгуляться не получится. Получится какой-то бомж-обедик на 100 рублей. Вот что можно купить в Бургер Кинг на 100 рублей? На бонусных 100 рублей сейчас я и проверю. Кстати, я так любил этот лайфхак с пятерочкой, когда мне начисляли каждый месяц по 500 баллов, то есть по 50 рублей я тратил каждый месяц. Но в комментариях мне посоветовали: Серег, а там фишка была такая, что главное по карточке ничего не покупать. Один раз купишь, я же говорил, и все, больше бесплатных баллов начисляться не будет. Но мне в комментариях заверили, что ничего, Серег, можно копить баллы. Я сделал покупку, все, третий месяц, у меня ни одного бонусного балла больше не начисляется. Понятно, что эти все маркетинговые акции рассчитаны на одно, то, что мы вам подарим сейчас 100 баллов, вы придете в Бургер Кинг, ну и там в пятерочку 50 баллов придете и купите намного больше. Но мы это с вами хитрые. Мы купим ровно сейчас на 100 рублей или меньше. А потом посмотрим, будет ли в следующем месяце, подарит ли он еще нам 100 баллов. Я, кстати, не знаю, кто это конкретно такой Коля из Бургер Кинг, но тебе, Коля, огромное спасибо. Спасибо за сегодняшний бомж-обед. Тоже можно купить на сотку. Посмотрим меню. В Бургер Кинг много купонов. Посмотрю купоны. Так, так, так. 9 наггетсов. Нормально. Безлимитная кола. Здесь у нас безлимитная кола. Пирожок и чай. 79 рублей. Ну, я не люблю сладкое. Мороженое 19 рублей. 99 рублей картошка и напиток. Нормально. То есть на сотку можно даже повыбирать, что купить. Чай 19 рублей есть. 2 орбита за 49. Можно 4 орбита взять. 2 доната. Но донаты я в прошлый раз брал, мне не понравились. Надо основное меню еще проверить. Можно взять салат коул-соу. Не знаю, что это такое, я еще не пробовал. Новинка какая-то. Кинг Готи Левенский. 99 рублей наборчик стоит. В принципе, я определился, что будет у меня в заказе на сегодняшний бомж-обед. Такой рожок за 19 рублей. Чай за 19 рублей. Чизбургер за 61. Итого 101 рубль. Жму оплатить баллами. Чай. Чай. Бургер. Ставь стаканик, Макоя, прими заказ, пожалуйста. Или рожок. Итак, Бургер Кинг меня порадовал сегодня. Вот такой чизбургер. Котлетка, сырок, булочка, рожок начал таять уже. Не люблю я здесь мороженое, оно невкусное. Для кучности взял чай горячий. Что, ребята, отлично такой бомж-обедик получается за бесплатно. Самое то. Нормально. Еще и огурчик есть. Бургер я съел. Нормальный маленький бургер такой, компактненький. Чай тоже выпил. Чай, кстати, через мобильное приложение 19 рублей. Это очень дешево. На рынке стоит 20 рублей, но здесь посидеть можно. Мороженое я так есть и не буду. Мороженое я не люблю. А хотя вот вафельку съем из него сейчас. Рожок здесь, кстати, такой 3D, чтобы не разваливался. Вафли я люблю, кстати. О, он хрустит еще даже. Ничего себе. Мороженое растаяло, а рожок хрустит. На свинячок, стыдно как-то. Ну так получается годный лайфхак. Ехал мимо, смотрю, приходит мне оповещение на почту электронную. Не знаю, кто у них такой, Коля, там спамит постоянно мне на почту. Открываю, сотка баллов. Я такой, нормально, как раз мимо Бургер Кинга еду, покушал, приятно. А в общем лайфхак годный. Месяц не пользуйтесь, не делайте заказы через приложение Бургер Кинг, и вам прилетает сотка бонусных баллов от Коли. Если у вас, кстати, приложение еще не стоит, то при установке пишите код, можете просто написать привет, можете написать мой код, и вам будет картошка фри в подарок. Тоже прикольно. А вам спасибо за внимание. Как обычно, ваши самые интересные комментарии здесь пролистываются. Если какие-то еще лайфхаки там на бесплатные бомж-обеды и прочее, вы знаете, пишите их тоже в комментариях. Увидимся в новых видео. Пока. Небольшой анонс еще. Завтра будет видео. Весь день ем в самом дорогом магазине, я давно обещал. И потом буду проверять доставку. Какая доставка быстрее? Delivery Club или же Яндекс.Еда? Все, ребят, увидимся в новых видео. Пока!